1 сентября 2020 года в праздник Донской иконы Божией Матери святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Большом соборе Донского монастыря в Москве. Господи Боже и Создателю наш, образом своим почти нас, человеки, научи вы избранные Твоя, яко дивитеся внемлющим учению Твоему. Открывай премудрость младенцам, и же Соломону и всех взыскующих премудрости Твоей научивой. Отверзи сердца, умы и уста рабов Твоих сих, учащих и учащихся, вожеприятий силу закона Твоего, и с успехом познать и преподаваемое им полезное учение, в славу Пресвятавой имени Твоего, в пользу и созидание святей Твоей Церкви, и разумейте благую и совершенную волю Твою. Избави их от всякого налога вражия, соблюди их в православии и в вере, и во всяком благочестии и чистоте во все дни жизни их. Да преуспеют в разуме и в исполнении заповедей Твоих, да так как при уготовании прославит Пресвятое имя Твое и будут наследниками Царствия Твоего, ибо Ты, еси Бог, силен в милости и благ в крепости, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сегодня, конечно, очень важный день для города Москвы и для всей православной Руси. Мы прославляем образ Царицы Небесной, мы молимся здесь, в этой исторической обители, вспоминая все то многое, что совершалось вокруг этого места и в самой обители. Удивительным образом наиболее важные события в истории Руси были связаны с появлением чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Мы знаем, как чудесным образом была обретена Адигитрия, путеводительница, смоленская икона, которая сопровождала наш народ в защите его западных рубежей и которая как бы с запада ограждала нашу страну. Но мы также знаем и то, что на востоке в веке XVI была обретена другая икона Казанской Божией Матери, которая воспринималась народом нашим как оградительница земли русской с востока. И, наконец, Царица Небесная Донская, которая воспринималась всегда как спасительный меч и защита наших рубежей с юга. Вот таким образом самых трех главных направлений, с которых наступали враги на нашу землю, вот с этих трех направлений и защищался народ наш не только огнем и мечом, не только удивительными, самопожертвованными подвигами, но и упованием на помощь Царицы Небесной, явленной через эти замечательные чудотворные иконы. История этих икон была овеяна поклонением, молитвой,
на протяжении столетий. Но когда началось лихолетие, и в стране нашей стали закрываться монастыри и храмы, когда стали конфисковываться святыни, то тогда многие святыни были утеряны. Какие-то безвозвратно, о которых мы знаем, что они исчезли. Вот, к счастью, образ Божией Матери Донской был взят на государственное хранение как образец замечательной иконописи, принадлежащей, как считают ученые, Феофану Греку. И это спасло сей образ, который сегодня находится на хранении в Третьяковской галерее, но который по соглашению с властями, с руководством Третьяковской галереи, всякий раз, когда мы вспоминаем память этого образа, когда мы молимся перед ним, переносится в сию святую обитель и дарует всем нам великую радость от соприкосновения с ним. Вот многие считают, что иконы другие, которые оберегали наше Отечество, и в том числе Казанская икона, которая была великой святыней, охранявшей наше Отечество, что эти иконы безвозвратно исчезли. Не знаю, насколько то, что я скажу, соответствует полностью действительности, но все чаще и чаще появляются свидетельства о том, что эти иконы не исчезли. И чаще появляются сведения о том, где эти иконы могут сегодня находиться. И Адигитрия Смоленская, и Казанская. Ну а если есть знание о том, где они находятся, то это уже залог того, что в какой-то момент времени, когда то будет угодно Царице Небесной, эти иконы в тех местах будут установлены, в которых и должно совершаться им поклонение. Будем надеяться, что так и будет. Потому что общенациональные святыни не могут храниться ни в частных коллекциях, ни бесконечно храниться в музеях без всякой возможности поклониться им. А уж если и хранятся, то по крайней мере по каждой просьбе церкви такие чудотворные иконы должны снова быть там, где перед ними возносится горячая молитва. И есть надежда, что так оно и будет. И что прошло то время, надеемся, безвозвратно, когда не было никаких надежд у нас иметь чудотворный образ в храме Царицы Небесной, прославленный, начиная с древних времен жизни нашего народа, в храме, чтобы этому образу можно было поклониться и перед ним совершить молитву. Итак, сегодня мы имеем такую радость, я хотел бы поблагодарить всех, как светских властей, как руководство Третьяковской галереи, так, конечно, и всех других, от кого зависело принятие решений о возможности нам сегодня помолиться перед этим образом. Царица Небесная, Владычица, святыми своими образами, ограждая Отечество наше, как бы всех нас приглашает к тому, чтобы мы верили в ее заступничество, чтобы не пресекалась наша молитва, чтобы никакие жизненные обстоятельства, даже самые тяжелые, личные или общественные, не разрушали нашей связи с Богоматерью, той, которая является покровом и заступлением земли нашей русской. Именно ее силой, ее ходатайством пред лицом Божиим и ограждается народ наш, церковь наша от страшных последствий, страшных исторических событий. Тех событий, которые как бы не должны были оставить никакой надежды на сохранение веры и благочестия. Но вот мы, народ Божий, народ русский, вновь и вновь поклоняясь святым иконам, свидетельствуем о том, что жив Господь, жива сила Его, препобеждая всякую человеческую силу.
И покуда будет возноситься пред чудотворными образами наша молитва искренняя и сердечная, вот до тех пор Господь не отнимет милости своей от земли русской. И не только по нашим молитвам, но, конечно, по молитвам поколений и поколений святых людей, которые жили на нашей русской земле, которые были русскими людьми, которые хранили веру православную и сегодня пред лицом Божиим молятся о нашем Отечестве, об ограждении его от врагов внешних и внутренних, от всякого рода разделений и соблазнов, от потери веры и благочестия. И надеемся, что предстательством Богородицы, пред лицом Сына Ее и Бога нашего, Спаситель будет хранить землю нашу и сохранять веру и благочестие в народе, без которой, несомненно, пресечется подлинная национальная жизнь народа нашего, а может быть даже и историческое бытие страны. Потому наша непременная обязанность и ответственность молиться пред Господом и пред чудотворными иконами Его Пречистой Матери о защите и сохранении Отечества нашего, о здравии и спасении народа нашего, особенно в годину испытаний, связанных с поветрием, с тяжелой болезнью, как ныне. И верим, что Господь, преклонив милость, услышит наши смиренные молитвы. Аминь. С праздником вас поздравляю!